Школьники и люди серебряного возраста, представители духовенства и каледовщики уже на протяжении 3 лет в сочельник встречаются в общественной организации «Ветеран». О православных ценностях и о миссии человека на земле с юными губкинцами побеседовал настоятель православного храма, святителя Николая Мерликийского, протоиерей Валерий Колесников. Мы живые люди, и нам необходим диалог для того, чтобы понимать. Мы устанавливаем связь между поколениями, передаем опыт, который имеем, узнаем интересы, которым живет подрастающее поколение, но и направляем их по той дороге, которая приведет к светлому будущему. Во время встречи ученики 5-го Д-класса городского лицея больше узнали о праздновании Рождества, истории города, а некоторые даже о своих предках. Федор написал своей бабушке прямо на мероприятии и узнал новое о своей семье. Узнал о своем двоюродном дедушке, который был врачом на войне. Я больше даже сам себя раскрыл. Такой чувство, вот никогда не такой заинтересованности у меня не было ни к чему. Рождественская встреча прошла в рамках проекта «Дорогу и отцов». Люди серебряного возраста всегда с удовольствием посещают такие мероприятия. Первопроходцы, пенсионеры, ветераны и дети войны находят для себя вдохновение в общении со школьниками. По их словам, на таких встречах становится понятно, что подрастающее поколение – талантливые ребята, достойное продолжение своей семьи. Очень приятно встречаться с молодыми людьми, потому что они очень молодые, интересные, интересуются со старшим поколением и грамотно и хорошо все соображает. В общественной организации «Ветеран» во время рождественской встречи людям серебряного возраста вручили ангелов, которые ранее изготовили ученики 2-й школы вместе с участниками общества «Ветеран». Радость о рождении Христа можно выражать по-разному и в богослужении, и во время праздничного обеда, и в колядках. В «Ветеране» атмосферу праздничного веселья помогли создать артисты ЦКС. Важная часть мероприятия – общение, живое и непринужденное, зарождающее искреннюю дружбу между людьми разных поколений. Раньше я думала, что они говорят как-то о своем, а на самом деле они говорят очень много какой-то полезных своих каких-то секретиков, своей мудрости нам тоже передают. Это очень здорово. Я бы хотела сюда попасть еще раз. Рождественские встречи в общественной организации «Ветеран» – добрая традиция, и она будет продолжена. Алина Гаврилова, Марина Ефремова, Денис Гонцов. Новости Губкинского.